Тот момент, когда увидела детскую линейку рюкзаков и очень захотелось вернуться в детство. Я хочу познакомить вас с моими любимчиками. Это рюкзачки-фруктики от бренда Grizzly. Не знаю, как вам, а мне уже прям просто не терпится начать, поэтому поехали. Мой цвет настроения красный. Поэтому вы понимаете, почему я выбрала вишенку, и мы ее рассмотрим поближе. Открываем основное отделение. И вуаля, подкладочка у нас тоже красная. Так, смотрите, у нас здесь есть специальный кармашек, фиксирующий для тетрадок. И еще памятка для родителей, вот такая с гризли, как нужно и не нужно стирать данный рюкзачок. Проверим его на вместительность. Так, отлично, тетрадочки зашли, зафиксировались. Положим сюда машинку и закроем. Кстати говоря, вот здесь, смотрите, есть такой красавчик, листик из фетра. Красота. Дальше смотрим, у нас есть еще вот такое малюсенькое отделение. Сюда мы можем, например, положить фломастеры. Вот такого пони. Я думаю, они с вишенкой подружатся. И как же ребенок пойдет куда-нибудь без водички? Правильно, никак. Поэтому надо ее с собой положить обязательно. Даже две можно. У нас здесь очень яркая такая вишенка, красивый листик из фетра. По всей плоскости расположены светоотражающие элементы. Есть как на лямочках, так и вот здесь, вот видите, в кармашике светоотражающий элемент. И на самой вишенке есть тоже светоотражающий элемент. Сзади у нас как раз нагрудная стяжечка и укрепленная спинка. Так что, если вы хотите порадовать своего ребенка ярким рюкзачком, и он любит у вас фруктики, мне кажется, это лучший вариант для подарка. Мы рассмотрели детскую линейку рюкзачков-фруктиков от бренда Grizzly. Всю интересующую вас информацию, как вы понимаете, вы можете найти под этим видео.